Итак, ванночка для мытья головы. Вот артикул. Здесь выход на 32. Ну и идет вот такая вот а-ля гофра. Вот сюда одевается, в общем, вплотную. Но так себе качество. На Озоне заказали трубу. По-моему, это будет лучший вариант. Вот такого лазурного цвета с выходом на 32 внутренним диаметром. И теперь главное надеть его этот диаметр на ванночку. Плотненько одевается, практически не прокручивается, идеально, можно выводить куда угодно. Ну, на самый крайний случай поставить небольшой хомутик.